Рэп-группа «Грот» показала бумажные крылья анапской публики. Омский дуэт приехал на курорт для живого общения. Полтора часа они отвечали на вопросы зала. Обитатели рая, Лиза, рубежи, раздавалось в очереди хоровое пение тех, кто пришел в субботу в Авокадо. Удивительно, но советского масштаба очереди на встречу с этим омским коллективом наблюдаются с завидной регулярностью. Поразило большое количество взрослых людей. Но мы уловили посыл, да. Относимся к ним как к очередной вехе в развитии хип-хоп культуры. Мы всегда, мы в смысле Россия, находимся в позиции догоняющих относительно Запада и относительно культуры западной. Может, не всегда, но, наверное, в последнее время, да. Казалось бы, группа молодая, образовалась в 2009 году. Однако ребята своей поэзии смогли найти путь не только до маяка, но и к сердцам более взрослого поколения, которому, казалось бы, современный русский рэп чужд. И тут произошла удивительная вещь. Все присутствующие хорошо знают новый или недавно написанный материал. Нам подскажи, гроза, что положить в рюкзак? В нем самым ценным, честно, будет свободное место. Страстно любить нельзя, все, что с собой не взять. Строить мы здесь должны, счастье передвижны. Виталий Евсеев и Дмитрий Геращенко были в отличном настроении. Музыканты с удовольствием отвечали на вопросы зала. Автор самого яркого вопроса получил 2 билета на ближайший концерт группы в Краснодаре. Олеся Давыдова, 39-й канал.